Последняя четверть у нас началась со счета 50-43 в пользу московского. У них на площадке Калошин, Хичаян, Киреев, Пургин, Савулев. Киреев 3 очка мимо. На подборе кто? На подборе Хичаян и блокшот. Аут. Аут в пользу московского. Замена у московского вместо Хичаяна, который из-под кольца не может никак забить, вышел Павел Колобков. Киреев, ой, великолепная скидка на Пургина, великолепная. Технический фол, я так понимаю. Нет, оставляем. 24 мы оставляем. Еще раз, вы будете заниматься провокацией, это будет технический фол. Уже третий раз предупреждают Василькова. Третий раз. Четвертый раз предупреждают Василькова. Гусев. Некрасов. Великолепно. Скидка. Нет, нет, успевает. Гекман 2 очка. Молодец. Отлично. Некрасов с двумя разобрался. Развернулся. Скинул на Гекмана. Калошин. Пойдет в проход. Скидка на Пургина. Великолепно. Пургин дважды с одной и той же точки. Некрасов. Мимо. Ой, великолепно. Гусев 3 очка мимо. Савулев бежит. Что здесь? Калошин. Скидка. Пургин 2 очка. Молодец. 6 очков подряд. Пургин. Калошин. Куликов. Гекман. Мяч ушел от Киреева. Травму получил Куликов. Двойная замена у Глории. Сазанов и Лапинский вместо Сидорова и Гекмана, да. Три очка здесь у нас мимо. На подборе кто? Пургин. Калошин. Киреев. Савулев. Ой, великолепный пас. Не ждет Колобков. Некрасов разворачивается. 2 очка мимо. На подборе Пургин. Калошин. О, великолепно. Великолепно. Великолепный данк-шот в исполнении Александра Калошина, капитана команды. После такого момента обязательно нужно брать тайм-аут. Его взяли. Взял Васильков, тренер Глории. У нас счет 58-45. 7-15 играть в этой четверти. Кроме кубка вторых команд, напомню, что сегодня, да даже не сегодня, а вчера начались, то есть продолжились игры топ-8. Вчера закончилась серия между московским и профитом. Московский выиграл
какой? Со счетом в серии 2-0. А здесь сегодня состоится первая игра в серии между Enjoy'ем и МГУ в домашнем зале МГУ в 17:20. Завтра играют среди первых команд Марка с РГУВКом, а в 7:45 играют Газпром с Бизонами. В домашнем зале Бизонов. Прошу прощения, Газпрома. Блокшот. Чистый блокшот в исполнении Калошина. Чистейший блокшот. У московского после тайм-аута замен нету. У Глории, видимо, тоже нету. Да, все те же. 16. Нет, сел Некрасов. Некрасов сел, вместо него Гекман вышел. Точно. 3 очка от Куликова мимо. На подборе ногой кто-то сыграл. Нет. Мяч от ноги Колобкова. Продолжил движение. Сюда Юрий Терзи свистнул игру ногой. Лапинский. Гусев, 3 очка. Мимо. На подборе кто? На подборе Колобков. Калошин. Савулев. Колобков. Киреев, 3 очка. Мимо. На подборе Куликов. Сазанов. Гекман, 3 очка бросает. Точно. А после тайм-аута Глория прихватывает, прессингует. Калошин пойдет сам. Фол, конечно, фол. Конечно, фол. Гекман получает фол. 10-й по руке. 2 штрафных будет бить Калошин. У Гекмана 3-й фол. Замена у московского. Родион Трегубов вместо кого? Вместо Александра Киреева. Первый штрафной Калошин точно. Вынужденная замена. Травму. Травму получил 15-й номер Куликов. Второй штрафной мимо. Гусев остановился, не рискнул идти в проход. Сазанов 3 очка будет бросать и забьет. Прессинг, прессинг в исполнении Глории. Пургин. Колобков, Калошин, Савулев.